два хоккеиста из молодежной команды НХК занимают третью строчку в рейтинге лучших игроков НМХЛ. Вратарь команды Владимир Архангельский – третий по коэффициенту надежности. Павел Пашковский – в тройке лучших снайперов. За 14 игр он забил 12 шайб. И это лучший результат среди товарищей по команде. В новомосковский хоккейный клуб Павел приехал из Магнитогорска. В Магнитогорске есть и школа детская, и молодежная команда «Остальные лисы». И взрослая команда КХЛ, Магнитогорский Металлург. Там сильная школа, сильная команда, там традиции есть, не раз чемпионами становилась эта команда. О том, что в Новомосковске создается молодежная хоккейная команда, Павел Пашковский узнал от своего тренера. Павла пригласили стать нападающим молодежки НХК, и он согласился. Хоккей везде одинаковый, просто где-то ребята потехничнее, где-то побыстрее. Но я не скажу, что здесь у нас команда слабее и чем-то отличается от команд других. Уровень подготовки у всех ребят на высшем уровне. Мы готовы играть, готовы побеждать. После двух последних домашних игр молодежка НХК заработала 4 очка и вышла на 6-е место в турнирной таблице. Стоит отметить, что из-за карантина новомосковцы провели меньше игр, чем лидеры чемпионата НМХЛ. Поэтому у наших ребят есть все шансы стать призерами первенства молодежной хоккейной лиги.